Всем привет! И сегодня приехал победитель Nissan Тиана. Где они? Так, ну они сейчас, наверное, с какой-то стороны будут. Да, подождем. Здравствуйте. 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 Ой, это мне? Да, чуть-чуть. Спасибо большое. Так, вы садитесь наперед, вы назад и поедем. Все, погнали. Поехали. Так. Во-первых, сразу объясни подписчикам то, что выиграла ваша жена. Да. Я вставлю диалог. Она очень сильно просила, чтобы приехал муж. У нас муж. Двое маленьких детей просто. И мы думали, если есть что-то прямое, и хотели приехать с детьми тоже. Ну, как бы для них тоже небольшая экскурсия была бы. Ага. Вот, они как бы особо не вылазят, ну, из города уже. Ага. И хотели их тоже с собой взять. Начали смотреть билеты, искать. А ничего прямого нет. Нет. Очень так расстроились. У меня старшая дочка так, я, говорит, хочу с тобой на поезде поехать. Так хотела поехать, но в итоге не получилось. Я уже говорю, жене говорю, как бы там такие условия, нужно как бы обязательно победитель должен был быть. Ну вообще да, да, и вообще да. Я говорю, попробуешь как-то спроси, говорю, может быть, все-таки пойдут на уступки, потому что вы же иногда, ну, делаете исключения. Конечно, да. Ну и вот, получилось так, что можно мне. Ну да, ничего страшного. Самое главное, когда вы приедете, снимите видео, что вот она садится за руль. Хорошо. Все, я потом это вообще без проблем. Под этот пост с вручением выложу. Хорошо, вот. Договорились. Так, смотрите. Она сказала, что вы ей сказали о моем канале. Да, да? В общем, летом у меня друг есть Саня. Саня, привет. Летом в этом году говорит, вот есть такой человек, делает такие интересные ролики, лайфхаки снимает. И у него есть розыгрыш. Мы как раз без автомобиля были. И я думаю, ну попробую. Вот первый раз сыграл тоже летом. 10 тысяч сразу выиграл в первый же розыгрыш. Я обалдел, на карту деньги упали, думаю, ну сначала же все равно думаю, что это как бы... Ну да, да, понятно. Ну как бы в интернете все это как бы гуляет же, разводники все эти, и думаешь, блин, ну это, наверное, неправда, да. И тут раз 10 тысяч на карточку упал, думаешь, нифига себе. И начал играть. Первые два месяца я вообще Жене ничего не говорил, играл, в розыгрыш участвовал, вернее. И потом что-то говорю, попробуй. Она пару раз сыграла, у нее ничего не вышло. Потом у меня пару раз ничего не вышло. Потом 4000 выиграл, потом 1500 выиграл. И когда такая получается ситуация, я ей ничего не говорю, я выигрываю. Она мне ничего не говорит, она что-то выигрывает. Ага. А потом, когда мы друг другу что-то говорим, и оба покупаем билет, у нас ничего нет. И в этот раз я такой думаю, не буду брать. Опа, уже едет. Я договорил. Прошу сразу на водительское сиденье. Присаживайтесь. Вот как-то так. Просто все горит, все внутри. Не верится до сих пор, ну сейчас, конечно, да? А вы, кстати, вам жена сказала это по телефону, либо когда вы пришли домой? Я был на работе, я сам работаю на стройке. Ага. Я вот так стою, работаю, он мне звонит, плачет. А у меня такая реакция, она когда не радуется, плачет, когда огорчается, тоже плачет. Такая интересная реакция была, когда вы ей звонили. Ага. А мне звонит, я говорю, я вызвал Тиану. Я говорю, что врешь, говорю? Серьезно, как говорит, я прям ору, кричу, меня ребята все так порадуют за меня, конечно, вообще здорово. Классно, вообще. Вот что правда, посмотрите назад, откройте просто. Вы спрашиваете, вы говорите, какие ощущения там, да, это да. Не передавать просто это. Пока человек сам это не испытает, это просто не передать. Классно, классно. Так, ну что, садитесь наперед еще раз. Давайте документы сразу подпишем, я вам все отдам. Ну вот теперь эта тачка ваша. Сейчас документы подпишем еще.
Паспорт нужен будет, да? Нет, нет. Ну, уже присылают. Ваша жена мне прислала все. Да, 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 точно. Я потом захожу на ваш канал ВКонтакте, гружу видео, там не ловит ни черта. Я гружу, и последние 30 там, минут ролика. Так, 632. А у меня у мамы квартира 623. Ну, рядышком тоже так, 632. И... Я такой, и Тиньков, я знаю, что Карина, у меня жена переводит Тиньков, Карина Бикбаева. Смотрю аватарка, я думаю, а натуре, как так? Классно, классно. Ужас просто. Классно. Так, вот ваш СТС-ПТС. Ага. Договор. И нужно его, получается, просто... Тому сейчас я просто... Значит, не ошибитесь. Угу. Значит, подпись, подпись, ага. Фамилия, имя, отчество. Имя, имя, отчество. Так, вот здесь подпись. Да. Угу. И инициалы. Получил тоже. Угу. А, инициалы. Блин, просто круто, нереально просто, я не знаю. Я когда 10 тысяч выиграл, ты, знаешь, как потрясал. Верю, а верю. Тут... Ну что, поздравляю. Спасибо большое. Документы подписаны, машина ваша. Все по-честному. Все честно, вообще просто улет. Так, это все ваши, и вот это все ваши, потом разберетесь. О. Это кто что тут делал, все, короче, понял. Все четенько. Тоже все документы. Хорошо. Давайте положим все в папочку. Файлик. Так, секунду. И пойдем. Всем рекомендую участвовать, ребят. Честно, вот просто всем желаю ощутить эти эмоции. Всем классно, спасибо. Классно. Так, с документами выйдем и также на фоне машины обязательно что-нибудь скажем. Давай, Данила, с фоткой, чтобы Тиану было видно. Сколько? Все? Ну что, скажите пару слов будущим участникам, подписчикам, что-нибудь. Всем советую участвовать, все по-честному. Всем желаю ощутить эти ощущения. Все там, кто пишет, расстроены в комментариях, что якобы там, ну, не везет, не везет. Тоже так ходил, думал, но на самом деле, вот, может... Ну не может, и когда-то все равно стрельнет вот так вот, как нам. Да по-любому. Всем, конечно, спасибо большое. Вам вообще спасибо. Супер. Так, как приедете, обязательно видео с женой, да, как она садится, да, в машину. И я сразу под этим постом в комменты выложу это видео. Это будет, наверное, завтра, да? Да, после завтра доеду, наверное, да. Да, 15. Завтра, послезавтра обязательно выложу. Вот. Все. И сразу на учет ставьте ее. Да, да, обязательно. И прям мгновенно. Понял. Вот, не поверите. Всем говорю. И все как-то нифига не ставят. Вот. Классно. Все, еще раз поздравляю. Вам ехать далеко еще. Да. И все, мы будем снимать, так уезжайте. Хорошо. Спасибо. Участвуйте, особенно на Новый год участвуйте. Это по-любому. Обязательно. Всего хорошей дороги. Спасибо большое. Холодно. Все, Тяночка ушла у нас. Пуля, пуля, просто пуля. Так, сними. Друзья, завтра, значит, у нас будет в 9 набор участников на розыгрыш Honda Civic. И сегодня про нее еще тоже кое-что выложу. Все, всем, всем удачи.